Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Евангелие от Иоанна 5:39. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. За 2 октября 2019 года обращение о помощи. И мой ответ, и слава Божие, ни слова не говорю. Лука 4:43. Но он сказал им: «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан». Все чаще себя ощущаю чужим. На море житейском, в толпе одинокий. На поле сражения воин лежит. Он сделал, что мог, и окончились сроки. Не знают в вагоне, как нищий богат, все судят по обуви, по одежке. Свое достояние умножьте 100 крат, и что есть у всех, многократно умножьте. Даем вам визитку, войти в интернет, и мимолетная встреча вас прянет. На многое-многое дам вам ответ, не обещая по вкусу вам пряник. На полустанке под Степным сойду, в мою глухомань с перелетным оркестром, у всех с интернетом теперь на виду, ворвусь в вашу затклость нежданным маэстро. Вы с неба услышите чудный глагол Христа, вознесенного в день Вознесения. Изъязнен он был, на Голгофу вошел, но каждый лишь жертву Иисуса оценит. О нет! Не чужим был попутчиком с вами. Мой голос звучит с интернетной страницы. Здесь чад Аврааму рождают и камни, то семя нетленное в вас сохраните. На море житейском спасать нелегко, ведь тонущий должен спастись захотеть, чтоб слово Христово на сердце легло и к старым грехам не попятиться впредь. Шум волн перекрыла призывная речь. Вас международная сеть захватила. Расслышав, не покусись пренебречь, знакомым о сайте отбей на мобильник. Не призрак бредет по ислевшей Европе, а благовестие Божья реальность. Часы на исходе, и время торопит успеть с благовестием к ближним и дальним. 2 Тимофея 4:2-5. Проповедуй слово, настой во время, не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И от истины отвратят слуха, обратятся к басням. Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Что делали? Попросил один человек сделать осмотр прудам, а потом сравнить, как весной что будет. Ну и оказалось, что на Камогорихе лагерный пруд. Мы тут не были лето, а там вода утекает. Это все мы сегодня выправили, сделали. Бобры устроили там нам плотину. Это тоже будет показано.
На каждом пруду были и везде все снимали. Это был Южный пруд, Симаковский, Комогориха и здесь Малоканишный, называется Храмовый. Дальше Рыжковский и второй мостик с первым и шлюз. Вот сколько мы успели быть, все сделали, готовимся. И на этом все.